в Симферополь въехали. Мосты, развязки. Вот такая красота у нас прям перед нашими окнами. Ой, я говорю, после нашей степи вот такие высокие сосны, вот такие деревья высокие. Вот. Вот сама больница, это Семашка, она довольно старинное здание, видимо. Их тут много. Надо посмотреть в интернете, что здесь было раньше. Да, да, да. Вот. Вот это наша угловая палата. Вот это окошко. И вот это окошко. Потолки высоченные. Сама-то маленькая, наверное, 6 метров палата. Ну вот, очень высокие потолки. Пошла, купила воды, пирогов. Питание-то прям, скажем, ну, как всегда в больнице. В больницах вообще, я смотрю, со временем ничего не меняется. Все как раньше было, так и сейчас. Вот это суета-движуха с утра. Анализы, осмотры и прочее. А потом после обеда все затихает. Вот сволочь, я ж его прибила, он опять встал. Вот они всю ночь меня кусают, я всю ночь не сплю. И кругом эти комары. Комары, тараканы. Вот говорю, такие девчонки хорошие. Ответственные такие все. И вот так все это впечатление портят вот комары и тараканы. Иринка моя приехала. Мурманчанка, подружка. Сейчас иду ее встречать. Она у меня за 3 дня дома вычистила весь участок, перемыла все, что можно, и вот вырвалась к нам. Сейчас, вон она идет, вон она идет, вот. Тащится с сумками. Ой, привет. Елочки. В Крыму елочки редкость. Тут вон какие. Ну что, проводила я Иринку. 2 часа мы проболтали взахлеб. Поехала она в Севастополь. К другу, к нашему Мише. Гости. Вот они. На солнышке отдыхают. Сегодня побудет у него в гостях, переночует, а завтра вернется в Черноморск. Вот такой пузыречек 100 миллилитров стоит 150 тысяч рублей. Алинки их вольют 3. Ну, на 500 000 почти. Ты скажешь, что это бесплатно. Да, но это бесплатно. Не видно, наверное. Лежит под капельницей. Вот здесь учатся студенты разных национальностей. Индусы были вчера, приходили. Медицинская академия, кафедра внутренней медицины. Ой, мы уже тут 6-й день. Алинки капельницы каждый день делают. Снимки всякие.
возим ее. На всякие рентгены, УЗИ. Ну что-то нам не лучше. Ой, мои дорогие, как же тут скучно и тоскливо. Я не жалуюсь, я... У меня просто болит все внутри. Алинке стало хуже. Все эти переливания. А ей хуже и хуже. Я уже прям боюсь. Да и не было, конечно, такой уж прям надежды, что ей прям вот помогут. Но когда вот так вот... Ну ладно, завтра. Сегодня же воскресенье, завтра придет врач наш. И будем уже разговаривать, потому что это не дело. Она была и активная, гораздо активнее, чем сейчас. И ей легче было. Господи, помоги, а. Я уже хожу к этой часовне. В общем, тяжело, мои золотые. Капельница, которая и так тяжело переносится. Но я думала, ладно, там 3 дня покапают и пойдет лучше, оно хуже становится. Ей дышать тяжело. И отеки пошли. Не, как сказать, тело прямо текло. Ей плохо, и у нее гортань отекла. И... Ну ладно, я же все равно на лучшее надеюсь. Может оно, я уже думаю, может быть, ну, как-то организм не справляется. И может быть сейчас вот, ну, какое-то время-то пройдет, поленечко, может так. Может получше будет. Ну нет, завтра надо разговаривать с врачом, потому что это не дело. Она могла хоть двигаться как-то в кровати, продвигаться, там как-то шевелиться. А сейчас все. И она прямо тяжелела от этой жидкости, которую в нее вливают. Я ее даже, у меня прям сил не хватает ее поднять на подушке. Ну, что это? У меня было столько планов, я думала тут, ну, понимала, что заняться тут нечем будет совсем. И думала, найду какое-нибудь местечко такое, ну, без людей. Столько прям планы были поговорить там, ну, обычно вот как я делаю, да. А тут какой там? Ну и настроение не то, и да и выгляжу я не так. Прям, правда, и улыбаться сил нету. Я,
я надеюсь на лучшее все-таки. Ну ладно. Мои хорошие, спокойной ночи. Всем дай Бог, чтобы вы не болели, и дети ваши не болели. И внуки, конечно, и вообще близкие все. Потому что так тяжело. Да, моя чуренькая. Я уже говорю, лучше меня заберите, а ей помогите. Ну как по-другому, я не знаю. Ты моя хорошая, урчик. Ой, кошки вы, кошки. Ты моя хорошая. Я тебе рыбу приносила. Где-то шлялась. Небось, другие съели, да? Ладно, моя хорошая. Сейчас я успокоюсь. Простите, мои золотые, но мне, правда, некому. Я же не буду медсестрам жаловаться, да? Кому это надо? У них каждый день тут такое. Это же у близких беда. А в государственном масштабе это просто статистика. Чуренькая девочка. Ой, как же тяжело. Она мне как-то сказала, не смей меня жалеть, иначе я быстро умру. Я держусь. Уйду, приву. Ладно, простите меня. Не сдержалась я. Не болейте, мои дорогие. Я понимаю, что это невозможно, но тогда болейте легко. И выздоравливайте. И берегите друг друга и себя. Пожалуйста. Киска.